Сергей Дереглазов. Сюда я привез один из проектов нашей команды – это система мониторинга и диагностики тяговых аккумуляторных батарей. Инновации призваны изменять жизнь людей к лучшему. Перед тем, как я привез первый свой технологический стартап на Селигер, мир только оправился от тяжелого кризиса экономического. И действительно, сейчас я это вспоминаю как веселую пору, которая позволила сделать очень хорошие выводы. И в один прекрасный момент мы приехали на Селигер, и можно сказать, что это было начало. Нашу жизнь надо улучшать. Я занимаюсь разработкой средств для ее улучшения. Здесь, на Селигере, я представляю несколько проектов. Это приоритетные направления в инновациях. Медицина и электроэнергетика. Я хочу делать жизнь тысяч людей проще и лучше. Прежде всего, является поиском новых возможностей. Она позволяет не только предвидеть, но и формировать будущее. Поддержка науки для молодых и молодой науки – это один из государственных приоритетов. We're up all night again. We're up all night again. We're up all night again.